На трофейной картине Шарден два знакомых лица в рампы свете. Молодой, симпатичный Шатен обнимал даму в синем берете. Молодой, симпатичный Шатен обнимал даму в синем берете. А когда погасал в зале свет, взоры все устремлялись на сцену, и склонялся там синий берет на плечо молодому Шатену. И склонялся там синий берет на плечо молодому Шатену. И ласкал он ее, обнимал, и лежала рука на корсете, и округлости плеч целовал он у девушки в синем берете. И округлости плеч целовал он у девушки в синем берете. И уста прикасались к устам, и лежал легкий шар на паркете. Но душа у Шатена пуста против девушки в синем берете. Но душа у Шатена пуста против девушки в синем берете. Он просил, он ее умолял сделать в банке бумагам подмену. Управляющий ей доверял, и она совершила измену. Управляющий ей доверял, и она совершила измену. Но про это узнал комиссар, и за все оказался в ответе. Не Шатен, а любовный угар этой девушки в синем берете. Не Шатен, а любовный угар этой девушки в синем берете. На процессе Шатен молодой на суде ускользнул от ответа. За своим осталась бедой эта девушка в синем берете. За своей осталась бедой эта девушка в синем берете. Уронил в куплет. Спасибо, Саша. Что, один запел, да? Он красиво умел говорить. Ой, да допой, Валер, допой. Он красиво умел говорить, не собьешь на фальшивом ответе. Только нет, он не сможет любить заключенную в синем берете. Только нет, он не сможет любить заключенную в синем берете.